оставаться дома и не посещать школу. Sorry for the third time. Первое, чем интересуется Виктор Азаров у своего немецкого коллеги, как прошел перелет. Глава округа Дюрен Вольфганг Шпельтхан специально на один день прилетел из Германии, чтобы официально подтвердить свое желание продолжить сотрудничество с городским округом Мытищи. Я очень рад, что мы оказались первыми, кто подписал соглашение на 2017 год. И рад не только я, но и все жители округа Дюрен. Впервые соглашение о сотрудничестве было подписано в 2011 году. И с тех пор наши отношения развиваются активно по многим направлениям. Спорту, культуре, образованию, молодежной политике, пожарной безопасности. Делегаты из Дюрена – частные гости в Мытищах. А некоторые из них и вовсе так полюбили наш город, что уже несколько лет на безвозмездной основе учат немецкому языку наших школьников. Планы на ближайшее сотрудничество еще более перспективные. Официальное подтверждение намерений скреплено подписями руководителей муниципалитета в протоколе о сотрудничестве на 2017 год, где отображены предложения обеих сторон. В соглашении подписаны конкретные направления, где российская и немецкая стороны готовы взаимодействовать. Мы же говорим, что сегодня это народная дипломатия, которая позволяет нам, не нам, чиновникам, а нашим жителям, поближе узнать наших друзей, наших партнеров, вот, в том числе и жителей округа Дюрен. В 2019 году будет форум международный. Это очень большое международное событие, и нам хотелось бы искренне помочь нашим партнерам, друзьям в организации этого форума. Обязательно будем принимать участие. Я очень благодарен мытищинцам за их дружелюбие и гостеприимство. И наши граждане, которые вокруг меня находятся, очень приветствуют развитие такой интенсивной нашей совместной работы и нашей совместной дружбы, что на следующий год мы планируем приехать сюда в количестве 100 человек и совершить путешествие Москва-Мытищи-Санкт-Петербург. Завершилась встреча традиционным обменом сувенирами. Виктор Азаров подарил немецкому коллеге копию символов городского округа Мытищи. В свою очередь, Вольфганг Шпельтхан на память о соглашении тоже преподнес подарок главе Мытищ. Юлия Федриненко, Константин Бондаренко. Информационная программа «День».